такой вкусный шашлык, а я его толком не поела. И мне пришлось идти на 3,5 часа на кератин. И я не ела ни хера. Я, короче, забегаю в одну парикмахерскую. Ну, у меня что, адрес какой-то написан, все. И я думаю, такая, о, прям возле меня, типа, я успеваю. К этому времени подхожу к дому, захожу, короче, в кабинет, там парикмахерская какая-то, и говорю, здравствуйте, типа, я на кератин. Они такие, ой, а вы, ну, типа, не туда. Я такая думаю, бля, что такое? Я такая думаю, бля, если еще ехать на машине надо. Я такая, я не успеваю, ничего толком не поела. Только после работы опоздала, не нашла, короче, салон. В итоге я смотрю, у меня показывается, что, типа, 6 минут от меня надо идти к этому, к салону. Я с вами говорю, давай собирайся, потому что мне надо отвезти. Ну, недалеко было, слава богу, все. Он такой думает, бля, если у него сейчас нервы будут, взял, короче, типа тарелку салатную с шашлыком с собой. Я жую, еду, думаю, бля, как я есть хочу, капец. А я сама по себе худенькая, ну вообще. В итоге, короче, выхожу с машины, мы уже приехали, я не успела переживать, захожу в этот салон, такая вообще жизнь, так стыдно было. Захожу в этот салон, жую, такая говорю, извините, пожалуйста, я опоздала, там все дела, я хоть туда приехала. Все, он говорит, да, все хорошо. Вот, предложили мне воды газированные, все, я сказала, спасибо большое. Вот, разговорилась с девочкой, которая кератин делала, топ-мастер, короче. Вот, сидели, болтали, разговаривали, и я заметила много-много плюсов, которых нету, допустим, у некоторых мастеров. Допустим, у нее есть маска специальная такая, знаете, как газа такая херня. И она вроде как бы и помогает, а вроде не помогает, но для мастера это прям топ. Из-за того, что вот, допустим, я когда ходила к одному мастеру, ко второму мастеру, что в Варшаве, что в Беларуси, то я замечала, что ни у одного не было вот этой маски. Хотя бы для себя. Я говорю, что хотя бы для себя сделайте вот эту вот фигню. Возьмите, купите маску, чтобы вот этой вот фигней не дышать. Вот, в итоге она мне сделала кератин, все отфоткали от этого, и пришла я домой и ела дальше этот шашлык. В итоге говорю, все, я не могу, он настолько вкусный был, что я чуть скандал не закатила из-за того, что я голодная была и не поела. Вот, но она обрадовалась, в итоге на следующий день делали снова шашлык. Снова получилась бомба, снова было очень вкусно, в итоге наелись, мы просто как. Потом еще настроение было, сходил меня пофоткал, можете посмотреть у меня в профиле фоточки. Мне 28 августа исполнилось 25 лет. Привет, прости. Вот, и получается мы после того, как поели, посидели, все, у меня еще как раз были выходные, перед выходными все это было. Сходили, короче, пофоткались, все, у меня настроение просто шик-блеск, вообще кайф. Вот, а сейчас, а потом, на следующий день, вот, после работы, в пятницу, он приезжает за мной, я говорю, поехали купаться, говорит, поехали, ну, сразу забрал меня с работы, там, вещи собрал, вот, все, короче, полотенце, купальник мой взял, все, поехали. Начали купаться, но вода вроде бы теплая, к ней надо было привыкнуть. Но суть в том, что я за этот год как купалась 2-3 раза, 2 раза нормально купалась, то есть с нырянием совсем. И, блядь, проблема в том, что я 2 раза за лето заболевала. Просто из-за того, что я в холодной воде покупалась. И в итоге вот сейчас произошло то же самое. Вроде погода офигенная, 31 градус был, все. Вода такая более-менее теплая. В каких-то местах там прохладная, в каких-то нет. Но я приехала домой, и я понимаю, что у меня такое чувство, как будто меня давит горло. И я такая думаю, бля, я недавно, вот перед тем, как мы поехали купаться, я купила фартлек. Вот, и в итоге мы поехали... Купили электронку мне впервые, короче. Электронку купили мне, хотя я не курю сама по себе, вот честно, вообще не курю. И мы решили, короче, электронку купить мне. Мужу же у меня электронку, вот это все.
И я когда покурила, и все, и на следующий день что-то горло давить начало. Я думала, что это из-за электронки. Электронка, вот вся херня, вот эта жижа. Я думаю, бля, я вообще не курю. Ну, так, чисто по приколу купила там какую-то многоразовую такую жижу купила себе. И в итоге, что вы думаете? Я такая, бля, у меня горло болеть начинает. Я понимаю, что либо это... Я даже не подумала о том, что я заболела. Думаю, все, это все из-за электронки, все, мне хана. Вот сейчас подпирает у меня электронка телефон, короче. И накидайте мне, пожалуйста, подарков. Накидайте мне, пожалуйста, подарков. Это один из трех, которые у меня здесь висят. Чисто, чтобы помочь мне закрыть... Короче. И на следующий день я понимаю, что, наверное, к вечеру у меня сопли, у меня температура... А у меня температуры не было. Сочувствую. И в итоге я понимаю, что заболела. Вчера поехали, купили мне капли для носа, потом купили мне порошок. Температуры не было, была температура 35,7. Вроде так, 35,8, короче, вообще жесть. И сейчас у меня ничего интересного толком такого не происходит. Решила зайти в эфир, потому что у меня за эти два дня я не заходила даже больше. Короче, не заходила я в эфир и все остальное. Как же голова болит. Вот. Накидайте розочек мне или хотя бы потапайте по экрану до 5000. Давай, блядь, у меня просто телефон греется, это просто пиздец. Знаете, какие его охлаждают? Во, какой-то херной пластмассовый. Просто сижу и дую на него. Мне это не надо, у меня голова не болит. Вот, короче. Ну и сейчас мне скучно. Сейчас мы поехали там комиссию проходить. На права, вот это вот все. А я сейчас жду в машине. Поэтому я скучно, я решила зайти, короче... Решила я, короче, зайти в прямой эфир, поболтать, поговорить, все дела. Фу. У меня, короче, охват упал. Может, просто день недели такой, или время дня, то, что я днем зашла. Обычно я вечером заходила, и у меня по 200 человек на эфире. А сейчас у меня толком 7, только 7 человек. Вот куда, блин, пропали все. Вот. Что стоп? Телефон у меня перегревается. Какой стоп? Кошмар просто. Главное не количество. Я не понимаю, о чем вы. Неважно, ну так болит мне. Давит. Мозг давит, понимаете, давит сильно большой. Вот. Вот, короче, вот такие вот дела. Короче, мне скучно, что в эфире, что еще где-то, короче, поговорить не о чем. Скучно мне. Охладить надо телефон, блядь, перегревается. Угу. Наверное, я не знаю. В чем прикол? Вы откуда сами?
давайте, кидайте розочки. У меня телефон перегружается, короче. Мне надо роза. Мне роза надо. У-у-у, как жарко, жарко, пиздец. Я вас охлаждаю. Заходят люди, такие, думаю, господи, что с ней? Спасибо большое. My name is Олег. Okay. My name is Римана. I'm from Belarus. Now I'm living in Poland. And everything is all right. Надеюсь, вы поняли. How are you? I'm fine, thank you. I'm fine. Everything is fine. I'm just sick a little bit.